На Народном проспекте столкнулись внедорожник и хэтчбек. У одного из участников происшествия нет полиса ОСАГО. Автомобиль Isuzu Bighorn двигался по Народному проспекту в сторону кольца 3-й рабочей. В районе 28-го дома водитель внедорожника решил развернуться, чтобы двигаться в обратном направлении, на Океанский проспект. Маневр совершил в положенном месте, приступая к развороту, не заметил двигающийся с кольца 3-й рабочей по Народному проспекту хэтчбэк Toyota Aqua и совершил с ним столкновение. Человек разворачивался и врезался. А избежать можно было? Как-то видно было, что разворачивается? Нет, нет. Часть была закрытая потоком машин. Угу. Пробка здесь была? Здесь просто постоянная? Да, двигались медленно. 45 километров двигались. Угу. Человек вот выскочил. В результате происшествия машины получили различные повреждения. Водитель Бигхорна, спровоцировавший аварию, признал свою вину. Один ряд меня пропустил. Угу. На втором ряду было пусто. Стал выезжать, аква выскочила. Ну и просто не заметил, и все. Машинка маленькая, стояла за большими, ехала. На место ДТП прибыл аварийный комиссар, но водитель «Аквы» и рулевой «Бигхорна» отказались от составления европротокола, поскольку у виновной стороны, шофера «Isuzu», отсутствовал полис ОСАГО. Кстати, эта авария не первая, в которой у одного из участников происшествия нет важного документа. В последнее время таких водителей становится все больше и больше. А почему вот я встречаю вот не первого водителя, у которого просрочен другой полис? Что такое происходит? Да, видимо, потому что страховые агенты забывают напоминать о том, что он просрачивается. А, вот и все. Чисто человеческий факт. Оно конечно, так как это, конечно. Банк там напоминает. Да, у вас платеж, да? Бигхорн и Аква на ходу.